Дорогие друзья, предлагаю вам очень оригинальный метод избавления от старого барахла, обмен его на исполнение желания. Делать это нужно сегодня, в полнолуние. Пойдите, поковыряйтесь, поищите барахлишко, которое вы не носили, не использовали больше 12 месяцев. Оно для вас уже утратило свою актуальность. Чем больше будет таких вещей, тем лучше. Ведь вы будете менять на исполнение желания всю эту старьевщину. Все складываем в пакет, а еще лучше в большой мешок. На листочке бумажки мы своим почерком пишем: «Меняю это старое барахло на свое желание», и пишите такое-то, такое-то, какое желание в настоящее время. Затем прикрепляете скотчем или степлером к этому пакету свое желание и несете на помойку. Оставляете там без сожаления, говорите: «Да будет так», и идете довольны без оглядки домой.